Олега, просьба. Все-таки на сантиметров 50, а вот это заградительный лимит. Можете подойти к оборудованию. Следующая песенка. Да, очень старая. Называется она... Дошлите, как кажется, поскакачи. Ну, кристалл, короче. Последний раз играли, до этого как-то в других городах все было. И если вы, да, летом прошлого года, если вы не заметили, у нас маленькие кадровые перестановки. Влад Шлим, бас-гитара, как и вы. Наш друг, сессионный барабанщик, Антон Завозик, группа Эксилент. Раньше этот человек был на клавишах, и все соло принадлежали ей. Маша Коваленко, гитара! А тебя, мальчик, как зовут? Меня зовут Тёмка. Прямо как жизнь! Да ништяк, братишка, Коленьчик. Короче, следующая песенка. Она будет не совсем так, как люди привыкли ее слышать, по крайней мере, наши слушатели. Но от этого она не перестала звучать хорошо. Она называется «Один диагноз на двоих». We'll be right back.
Сейчас это. Давайте. Новенькая. Thank you.
И сейчас заключительная песня нашего сегодняшнего сета. Кто на твоем? Еще встретил. Владимир. Она называется Марафон.